Живописная улица, храм живоначальной Троицы. Следующая остановка – Хорошовский мост. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации.